доброго. Я извиняюсь, товарищи. Для фестиваля, понимаете, придумал эффектную вещь. Люди увидят ахнут. Самодеятельный фейерверк типа салюта. Пожалуйста, не перебивайте. Я был в 23-й комнате, 24-й. Садись. Сейчас я его зажгу. И вы увидите. Сядьте. Товарищи, а где же конструктор? Я извиняюсь, товарищи. Не тот зажег. Сейчас повторим. Кошмар! Вы директор? Я директор. Хорошо. У вас огнетушитель имеется? А вы что, из пожарной охраны? Совсем наоборот. Ваш магазин готовится к фестивалю? Да. Праздник будет? Да. У меня для вас эффектная штука. Небольшой такой маленький домашний фейерверк, типа салют. Люди увидят, ахнут. Видите, какая крохотулька? Действительно, крохотулька. Сейчас он у нас дзикнет. А может быть, в другой раз? Другого раза не будет. Ложись! Где он? Я здесь. Ну как? Вот через пару дней зайду, вот тогда дзикну.